Сейчас мы берем интервью двух наших замечательных штангистов, мастеров спорта международного класса, Александр Волков. И Николай Петухов. Ребята только что вернулись из турне, из Эквадора. Там не был, пройдем. Оказывается, только один из них был в Эквадоре. Это Александр Волков, он вместе со своим товарищем, чемпионом мира среди юниоров, Буровым, проводил время в Эквадоре, встречал Новый год на берегу океана. Николай только что успешно выступил на соревнованиях, показал отличный результат. И в хорошей форме готовится к предстоящему чемпионату России. И вот еще один товарищ. Правда, какой-то чертик появился над головой. Странно все это. Дмитрий Романин. То, что Дмитрий Романин, не знаю, а вот то, что чертик над головой, это плохо. Пообщались с ребятами, а сейчас перейдем к главным событиям дня, к соревнованиям.